Всем привет! 29 января много праздников. И один из них – день мобилизации против угрозы ядерной войны. А также день работников прокуратуры Молдовы. И еще международный день без интернета и день белорусской науки. А также в этот день поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. 29 января в народном календаре праздник Петр Полукорм. И именины в этот день отмечают Иван, Максим, Неонила и Петр. А также в этот день в истории есть знаменательные события. В 1616 году открыт мыс Горн. Это самая южная точка архипелага – огненная земля. В 1833 году организована в России первая городская почтовая сеть. В 1856 году учреждена высшая военная награда Великобритании – крест Виктории. В 1886 году – день рождения автомобиля. Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. В 1908 году учрежден первый российский аэроклуб. И еще в 1964 году открылись 9-е зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия. И в 1964 году Санспорт на Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту и родились в этот день. В 1843 году Уильям МакКинли, 25-й президент США, американский государственный деятель. В 1860 году Антон Чехов, русский писатель и драматург. В 1866 году Ромен Ролан, французский писатель, нобелевский лауреат. В 1888 году Александр Чаянов, советский экономист, социолог, социальный антрополог. И в 1970 году Дмитрий Маликов, советский и российский композитор, певец, продюсер, народный артист России. На сегодня все. Всем пока. Пожалуйста, подпишитесь и ставьте лайки.